всем миром. Во Всеволожском районе жители Нового Девяткина помогают семье, потерявшей имущество во время крупного пожара. Недавно на этом месте стоял шкаф, чуть подальше детские кровати. Сегодня только груда вещей, чудом уцелевших во время пожара. В начале августа Ольга Ключникова уехала в Псковскую область забрать детей от бабушки. Через пару дней раздался телефонный звонок. Друг сообщил, возвращаться некуда, квартира сгорела. Заходишь, вот груда пепла, обгорелых досок. Вот прям вот такие горы были, здесь горы были. Соответственно, вот рабочие лопатами все выгребали, наверное, 4. Выносили всю мебель обгоревшую, окна демонтировали. В воскресенье должен прийти электрик, посмотреть сначала, с чего начинать работу, что можно оставить, что нужно сделать. Причина пожара до сих пор неизвестна. В момент возгорания в квартире находилась только бабушка. В отсутствие Ольги о пожилом человеке позаботилась администрация сельского поселения. Бабушка, которая была спасена во время пожара, она нами была переведена в Токсовскую больницу и некоторое время находилась там, а вчера мы ее перевезли в Кузьмоловский социальный центр, где до 3 месяцев она будет находиться, пока не будут регулированные моменты вот с ремонтом, ну, в общем, с жильем. Сама же Ольга и ее дети сейчас живут у сестры в Мурино. В небольшой квартирке ютятся 5 человек. Нужно срочно делать ремонт, но денег после отпуска нет. Радует одно – Саша и Алина одеты и обуты. Брошенный клич о помощи вызвал небывалый отклик. Жители Нового Девяткина за считанные дни собрали все необходимые вещи. Я видел помещение, оно просто заставлено пакетами было. Пакетами с одеждой детской, и обувь, и теплые вещи. Вещей очень много было, даже не успевала разбирать. И вещи хорошие вот давали вещи. Спасибо. Через пару дней Ключникова получит материальную помощь. 30 тысяч рублей – это максимально возможная сумма в рамках целевой программы. Она небольшая, но, как говорит Ольга, сегодня она рада всему, а особенно неравнодушию людей. Эльмира Низамова, Константин Корниенков. Последние известия. Новый Девяткино, Всеволожский район.